Всем доброе утро. У нас сегодня 6-й день. Сегодня день рождения мамы. Мы думаем, как бы по-интересненькому его провести. Тут уже закончился обед, да? Наш любимый персонал. И я сейчас смотрю разные туры, которые не в отеле. А мы вчера взяли брошюрку, вот такую очень интересную. Я показывала вам Тито. Сейчас я вам покажу тоже и номер, и экскурсии, чтобы вы знали, и если бы вы захотели когда-нибудь забронировать что-то, не бронировали бы в отеле по дорогой цене, а бронировали бы вот, например, у него или у кого-то еще другого. Посмотрите просто, какие клевые цены. То, что перечеркнуто, это, видимо, новые цены. Каир можно за 45, на самолете можно. Крутые цены, мне очень нравится. Люксор вообще красивое место, первая столица. Или одна из первых. Вот номер Тито. Мы, походу, ждали последних деньков, чтобы забронировать прям все. Только что, значит, мы поговорили и оплатили. У нас будет сегодня романтический ужин на яхте в честь маминого дня рождения. Далее сейчас я иду на пляж, а в 2 часа у меня будет наконец-то полет на парашюте, парасейлинг. И завтра в 8 утра у нас тоже будет лодка, мы поплывем, будет снорклинг и будет Рас Мухаммед, национальный заповедник. Я вам все покажу, у меня такое классное настроение. Жалко, конечно, мы не договорились с тем подешевле, который в центре. Мы взяли того, кто здесь, потому что так было быстрее, оперативнее. А у нас уже все это сегодня. У нас вот там плавательная зона, ее закрыли, потому что очень сильные волны. Это мы называем лягушатник. Обычно тут никто не плавает, только с детьми. Но сегодня все, кого выгнали оттуда, плавают тут. У нас тут очень много огорожденных территорий. Но вот тут, в принципе, очень глубоко. И налево-направо кораллы. Все, в принципе, видно. Рыбок посмотрим. Можно ли мы с вами увидеть сегодня? Рыбки не наблюдаются. Мы уже выдвинулись. Парасейлинг. Наша лодочка здесь. И парашют тоже на ней. За мной и все, кто будут со мной плавать вместе. Моя сестра тоже где-то очень-очень далеко бежит. Мама там снимает. Вот он тоже с нами. Все, лодочка подъезжает. Быстрее, снимай тапки. Оставляем тапки, но у них специальные тапки, поэтому они берут вот с собой. How are you excited? You ready? Good. Ну что, все готовы? Движение продолжается. Я жду. Мне будет очень-очень интересно, как это все произойдет. Ну, вообще классно все. Пока что. Все, мы пока немножечко островились. Я думаю, сейчас будет зона, когда мы начнем кого-то первым выпускать полетать. Но я не хочу быть первой, хочу посмотреть, как это все происходит, и только потом я соглашусь. Но почему-то мы просто стоим, наверное, они обдумывают наш маршрут. Кто понимает арабский, может перевести. Походу, в нашем семействе будет пополнение летающих на сегодня. Принимаем. Народ. Я не поняла, что произошло тут на их языке, но мы вроде никого не берем и едем дальше. Все, мы отплываем от еще одного причала навстречу к приключениям. Тут у нас первый идет, он как раз будет один, покажем весь процесс на нем, потому что себя я снимать уже не смогу. Так вот нас закрывают. Мой самый главный вопрос: будет ли плюхаться человек после вот этого парашюта в воду или нет? Я,
Ага. Привязываем наш парашют. Мы сейчас можем поймать, если что. Так. Процесс. It's your first time? Yes. You scared? I did skydiving. Ah, so for you first time, and for me also. You also professional already, yes? Yeah, we didn't do this one, but we did skydiving. I know, I'm делать. Все ждут приглушения, настраиваем наш парашютик. Ух ты, ух ты! Красота! А какой он огромный! Офигеть! Там, походу, человек где-то за бортом. Куда ушел третий человек? Он где-то там внизу, мне кажется. Да, вот он. Ого. Так, теперь можно выпустить, значит. Вау. Все, первый пошел. We will see now everything. Ого, окей. Все, его уже тянут на канате сюда, и тут, походу, будет вот эта точка, где он остановится. Конечно, очень мало по времени было. Я думала, нам сказали 7 минут, даже до 10, а тут как будто максимум было 5 или 2. Вот, все так легко и просто. Класс, супер. О, так, 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 все в воде. Попой. Все. First done. Good job. Я смонтировала видео для других соцсетей под музычку, но тут убрала, чтобы не блокировали. А вообще, если вам нравится такой формат, то подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. Спасибо, что смотрите меня. Дальше больше крутых видеороликов. А полет был очень классным. Мы уже все попробовали, меня сняли. Big thanks for you. Всем классно, мы намочились. Но клево, вообще красота. Смотрите, как они собирают. Очень по-быстренькому все. Все, мы приплыли. Мы вернулись, это было немножко адреналинчика, а тут уже везде тень, вот как вы видите, все разложили красивенько. А я тут оставила свое полотенце под солнышком, поэтому у меня еще будет немножечко солнышко вот тут, моя лежаночка.
спектики. И я сейчас приеду. Так как в море нельзя, после того, как мы полетали на парашюте, я поплавала и скатилась с ватерслайдом в город, потому что я до этого не каталась тоже с них. Сейчас я их вам покажу, они немножко поплавали. Я тут решила прилечь с парочкой. Это была первая часть 6-го дня. Вторая. Ждите, скоро будет. Тут у нас, кстати, проходили обеды, которые я не сняла в грилл-хаусе. Аквапарк. Я уже иду в номер. Красота.